Михаил. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, уважаемые коллеги, друзья. Сегодня знаменательное, по-настоящему историческое событие. Не только для глобального энергетического рынка, но прежде всего для нас с вами, для России и для Китая, для Китайской Народной Республики. В этом году 70-летие установления дипломатических отношений. И в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Приближает нас к решению, поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем, задачи доведения двухстороннего товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов. Отмечу, что контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу «Силы Сибири» в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. С заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект. В тяжелых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи. Осваивается уникальное по своему размеру запасов Чиендинское месторождение. Развернуто строительство трубопроводной магистрали. По завершении проекта ее протяженность по территории России составит около 3000 километров. Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы, как на российской, так и на китайской стороне. Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников «Газпрома», Китайской национальной нефтегазовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу, которая выполнена с опережением срока. Желаю всем вам дальнейших успехов и всего самого доброго. Спасибо. Спасибо, президент Путин. Слово предоставляется председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину из Пекина. Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, дорогие гости, коллеги, строители китайско-российского газопровода, его восточной ветки. Я очень рад вместе с президентом Путиным присутствовать на церемонии ввода в эксплуатацию китайско-российского газопровода по восточному маршруту. От имени правительства и народа Китая я хотел бы тепло поздравить вас с этим событием и выразить сердечные приветствие, благодарность работникам нефтегазовой отрасли двух стран. Нынешний год прошел под знаком 70-летия установления дипотношений между Китаем и Россией. Мы с президентом Путиным вместе объявили о развитии китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И сошлись во мнении о том, что развитие китайско-российских отношений есть и будет приоритетным направлением внешней политики каждой из наших стран. Будем неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество в различных сферах между нашими странами. Восточная ветка российско-китайского газопровода – это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он служит образцом
глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран. В мае 2014 года мы с президентом Путиным в Шанхае вместе присутствовали на церемонии подписания контракта договора купли-продажи газа. И в течение последних 5 лет строительные компании двух стран осуществляли тесное взаимодействие. Наши рабочие инженеры, нефтяники, борясь с морозом, с тяжелыми климатическими условиями, преодолевая огромные трудности, на высоком уровне выполнили строительные работы и показали всему миру высокий уровень мастерства и хорошие результаты нашего двустороннего сотрудничества. Вот эксплуатация газопровода является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия. Хотел бы выразить некоторые пожелания по дальнейшему управлению эксплуатацией газопровода. Во-первых, безопасность. Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе – это экологичность. Важно уделять особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития. Третье. Социально-экономический эффект от эксплуатации. Эксплуатация китайско-российского газопровода призвана способствовать социально-экономическому развитию тех регионов, через которые он проходит. Четвертое – это укрепление дружбы. Важно в духе взаимопонимания и обоюдной выгоды обеспечить еще более плотную смычку интересов двух стран. В настоящее время Китай и Россия находятся на важном этапе национального развития. Наши отношения вступают в новую эпоху. Надеюсь, что стороны приложат дальнейшие усилия с тем, чтобы создать еще больше знаковых проектов, таких как китайско-российский газопровод, в интересах наших стран и на благо наших народов. Спасибо, господин Путин. Спасибо всем. Спасибо, председатель Си Цзиньпин. Слово предоставляется председателю правления «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру из компрессорной станции «Атаманская». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, мы вместе с представителями трудового коллектива «Газпрома», которые принимали участие в строительстве газопровода «Силы Сибири», находимся в диспетчерской компрессорной станции «Атаманская» на границе России и Китая. Мощность компрессорной станции 128 мегаватт, и она будет обеспечивать необходимое давление для подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. «Сила Сибири» – один из самых масштабных проектов «Газпрома». На строительстве газопровода трудилось почти 10 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники. Было использовано 130 тысяч труб различного диаметра массой более 1 миллиона 800 тысяч тонн. Было сварено более 260 тысяч стыков. Построено 10 переходов через крупные реки и более 100 переходов через речки и болота. И люди, и техника справились. На первом этапе строительства «Силы Сибири» построено 2160 километров от Чендинского месторождения до границы с Китаем. На втором этапе будет построено 804 километра газопровода до Кавыктинского месторождения. Сегодня на Кавыктинском месторождении полным ходом идет эксплуатационное бурение. Суммарная итоговая протяженность газопровода «Силы Сибири» в итоге составит почти 3000 километров. Сегодня мы начнем поставку газа с Чендинского месторождения.
Чендинское месторождение – уникальное месторождение по запасам. Его запасы составляют 1,2 триллиона кубических метров газа. И оно является базовым для Якутского центра газодобычи. На Чендине работало около 10 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. Работа велась в непростых природно-климатических условиях. Зимой температура опускалась ниже 50 градусов по Цельсию. Но, несмотря на все природно-климатические сложности, был обеспечен высокий темп строительства. Сегодня на Чендине пробурено 192 скважины и построена установка комплексной подготовки газа. Сегодня Якутский центр газодобычи создан. Я передаю слово генеральному директору «Газпромдобыча Ноябрьск» Игорю Викторовичу Крутикову для доклада о подаче газа в газопровод «Сила Сибири». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемый Алексей Борисович, я нахожусь на установке комплексной подготовки газа Чендинского месторождения. Это ключевой объект производственной инфраструктуры, который был построен при участии тысяч людей со всей России. За несколько лет в тайге возведен завод по добыче и подготовке газа. Построены дожимные мощности. Это позволит нам обеспечивать надежные поставки в газопровод «Сила Сибири». Поставленная задача выполнена точно в срок. В настоящий момент оперативный персонал предприятия находится на посту. Подача газа в магистральный газопровод идет в штатном режиме. Сибирь заполнен газом Чендинского месторождения и находится под давлением. «Газпром» готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику. Слово предоставляется председателю Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Йилинью из города Хэхэ. Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, уважаемые гости, товарищи, друзья. Строительство восточной ветки китайско-российского газопровода – это крупный стратегический проект, инициированный лично председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным и реализуемый при их непосредственной поддержке. 21 мая 2014 года в присутствии председателя Си Цзиньпина и президента Путина в Шанхае были подписаны меморандум о взаимопонимании в сферу поставок природного газа по восточному маршруту и договор купли-продажи природного газа по восточному маршруту. Сегодня, в этот исторический момент, главы двух государств принимают участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию и подачи газа. Нас, многочисленных работников нефтегазовой отрасли, это воодушевляет и придает нам новые силы. Сооружение восточной ветки китайско-российского газопровода – приоритетное направление нашей деятельности. Под твердым руководством Центрального комитета КПК работники Китайской национальной нефтегазовой корпорации в лучших традициях дацинских нефтяников, проявив железную волю, упорство и командный дух, в срок и качественно завершили строительство и подготовку к ходу в эксплуатацию участка Хэйхэ-Чанли. Впервые были использованы трубы сверхбольшого диаметра 1422 мм, высокого класса прочности X80 и высокого давления 12 мегапаскалей. На проекте осуществлена всесторонняя локализация от ключевого оборудования до автоматизированных систем управления. При сооружении этого крупнейшего в мире магистрального газопровода впервые применены технологии полной автоматизации, сварки и ультразвуковой диагностики. Сегодня вводится в эксплуатацию северный участок газопровода, что позволит нам уже в первый год импортировать 5 миллиардов кубометров природного газа. С запуском центрального и южного участков мы нарастим объем прокачки до 38
миллиардов кубометров в год, обеспечив газом целый ряд регионов КНР, вплоть до Шанхая. Восточный маршрут китайско-российского газопровода – это важный проект, реализуемый по поручению глав государств. Он отражает неустанное стремление предприятий и граждан двух стран к разработке и использованию экологически чистых источников энергии, сохранению хорошей окружающей среды. Мы будем и дальше уделять внимание стандартам в сфере безопасности и экологии, повышать эффективность оперативного управления в интересах безопасной и стабильной эксплуатации газопровода. Будем в тесном контакте с российскими партнерами обеспечивать устойчивое и последовательное насыщение газового рынка. Готовы и дальше углублять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, которая является важной составляющей китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и способствует социально-экономическому развитию двух стран и укреплению дружбы между нашими народами. Китайская национальная нефтегазовая корпорация готова к приему природного газа из России. 下面由米勒总裁请普京总统下达指令. Слово предоставляется господину Миллеру. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции «Атаманская» осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Слово предоставляется господину Ван Йилиню. Мы готовы к приему российского природного газа. Прошу вас дать команду на прием. Поехали. Благодарим вас, председатель Си Цзиньпин и президент Путин. Церемония ввода в эксплуатацию газопровода из России в Китай по восточному маршруту завершена. Благодарим за внимание. Поздравляю. Большое спасибо.